Ах, вы красавицы! Ой, молодцы! Неужели получается, а? Пластик с баклажки, ребята, смотрите. Вот вам решение. Решение пластиковая лощина своя. Не надо покупать. Вот смотрите. Ах, молодцы, осваивают. Да, тяжело. Мало воском промазал. Вот пластиковая лощина, да? Вот она. Уже тяжелая. Вот как тянут, строят. Ну, рамка 250 рублей. Куда? Рутовская. Пускай, допустим. А здесь, пожалуйста, отстройка идет. Своя лощина. Просто больше воска промазывают. И здесь, я думаю, не надо таких отверстий делать. Продумать с крепежом. Неужели пойдет такая лощина? Это вот тогда все. Решение неплохое. Угу. Вот так выстроили. Все-таки в углы не дотянут они. Такое ощущение, что залили неплохо. Ну, конечно, не так, как залили, допустим, вот эту рамку я даже достать не могу. Ладно, стамеску некогда, уже время. Так, эту. Ну, это тяжелее на порядок. Пластиковая рамка. Приветствую всех. Актуально стоит вопрос по лощине, по качеству лощины. Лощина из своего воска, лощина, вылитая самим, либо приобретение пластиковой лощины. В Москве очень было проблематично найти пластиковую лощину. В одном магазине меня откровенно погнали. Сказали: вы что это такое спрашиваете, такие страшные вещи. У нас здесь все только натуральное. Нашел буквально одну рутовскую рамку. Ее я разрезал, сделал полоску и сделал 145-ю рамочку. Все это я кисточкой покрыл воском. И на удивление пчелы очень хорошо отстроили эти рамки. Отстроили быстро, хорошо залили. Может быть, сложились так обстоятельства, что был бурный взяток. А третью рамочку я попробовал изготовить сам лощину. Наткнулся на информацию, что можно использовать в качестве лощины гладкие листы воска. И я решил из баклажек поставить пластик. Поставил данный пластик в рамку, тоже покрыл воском, нанес на пластиковый лист воск. В рамочке я закрепил данный пластик с помощью клеевого пистолета. И вот что у нас получилось. Конечно, данную рамку пчелы отстраивали на порядок медленнее. Можно сказать, что они отстройку так и не закончили. Но все-таки они приняли такую лощину. Есть недостаток очень большой, на мой взгляд, у такой лощины, которую я сделал, что данный пластик деформируется при кипячении. То есть эту рамку, когда мы захотим поменять соты, прокипятить невозможно. Пластик деформируется. Пластик придет банально в негодность. Поэтому либо искать какой-то другой материал. Но такой путь мне понравился. Я его буду еще пробовать. Возможно, лист пластика заменю на что-то другое. Либо найду другой пластик. Но для пасеки, которая для себя, когда не хватает времени и средств на литье своей лощины, допустим, с помощью матрицы, либо с использованием вальцов, я думаю, что такой метод можно использовать. Я буду развивать дальше применение лощины пластиковой, либо из других материалов, без ячеек. Буду пробовать. Что-то в этом есть. Я с вами прощаюсь, оставайтесь на канале, желаю всем успехов и до новых встреч!
На обсушку поставлю сейчас рамку с пластиковой лощиной в отводочек. Дал на обсушку пчелкам рамочки. Вот они обсушили. Я срезал. И след ячеек остался на рамках. Ну, две. Это покупной пластик, это пластик моего изготовления.